Проблемы и перспективы развития акушерства и гинекологии обсуждают на межрегиональной научно-практической конференции под названием «Репродуктивное здоровье. Проблемы и пути их решения». Участие принимают медики со всей республики, а также ведущие специалисты из Томска и города Москвы. Рассказывает Сарглана Захарова. В течение двух дней в Якутске проходит научно-практическая конференция. Главной ее целью является повышение качества предоставления услуг в сфере акушерства и гинекологии. В рамках конференции состоялись семинары и лекции, на которых гости из центральных городов России поделились опытом с коллегами и студентами. Я поделился опытом организации в перинатальном центре системы снижения младенческой смертности от врожденных пороков развития и введением инфекционной безопасности, как у нас устроена система инфекционной безопасности, что для учреждений родовспоможения является очень важным. Медицина не стоит на месте, и с каждым годом возможности медицинской техники увеличиваются. Во время конференции говорили о работе ультразвуковых диагностических аппаратов. Их становится у вас все больше, они становятся все лучше, то есть возможности выявления разнообразной врожденной наследственной патологии становятся все шире и шире. Но этими возможностями, которые аппараты дают, надо уметь пользоваться. Также сегодня медицинским работникам перинатального центра Якутска представили уникальное оборудование – пьезоэлектрический тромбоэластограф. Благодаря ему врачи смогут в считанные минуты диагностировать и прогнозировать развитие различных тяжелых заболеваний. Принцип работы прост. В аппарат помещается так называемая кювета с небольшим количеством диагностируемой крови. Результаты анализа появляются на экране компьютера. При очень многих критических состояниях, которые требуют экстренного вмешательства, экстренного принятия решения, нужна аппаратура, которая позволяет проводить исследования непосредственно у постели больного. Вот данная аппаратура позволяет оценить состояние свертывающей системы крови, что очень важно не только в акушерстве гинекологии, но в акушерстве гинекологии в первую очередь. По итогам конференции ее участники приняли резолюцию, которую отправят во все медицинские учреждения республики. Согласно ей, работа по снижению материнской смертности является первоочередной задачей для всех структур. Сарглана Захарова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.